Здравствуйте, товарищ рыболовы. В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать немножко об одной интересной термокружке от компании Арктика. Компания Арктика специализируется на выпуске различных термосов. Также в их ассортименте имеются и различные термокружки с очень интересным дизайном. Ну, кружка имеет код модели 802. Представляет из себя, в принципе, классическую по форме кружку, изготовленную из пищевой нержавеющей стали с лакированным покрытием с наружной части и просто полированной с внутренней части. Кружка изготовлена по типу термоса, то есть двухслойная, то есть внутренняя часть лишена воздушного пространства, то есть внутри, между стенками должен быть вакуум. Также у кружки имеется такая вот крышечка, благодаря которой горячий напиток не прольется при движении, либо же, если вы пьете чай, либо же кофе, а может еще что-либо в лодке, то есть можно поставить и на какой-либо вполне разумной качке, то есть напиток проливаться не будет. Также имеется поворотный механизм крышки, благодаря которому можно пить напиток, не снимая крышку. Также можно вот без проблем закрыть. В данном случае кружка имеет объем 400 мл. Это уже далеко не первая кружка, которую я приобретаю. Имею в своем арсенале несколько штук. Также данная кружка прекрасно подойдет на подарок, особенно любителям охоты, рыбалки, либо же туризма, поскольку кружка не разобьется, и с помощью которой можно длительное время наслаждаться горячим напитком, либо же холодным. Она прекрасно держит как тепло, так и сохраняет прохладу. Всем рекомендую к приобретению. Ссылку на данную кружку оставлю в описании под роликом. Также интернет-магазин F-Magazine любезно предоставил промокод для новых покупателей, которые, воспользовавшиеся промокодом, который также будет под роликом, получат скидку от 5 до 15% на 100 и более известных брендов. Так что заходите, покупайте. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Данный видеообзор был подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.